Идем встречаться с Себастьяном. Пойдемте, пойдемте. Он нам тут встречу забил. Что-то гремит там, блин. Вот. Нифига, а я это ж... Вроде рядом по карте выбрал, ну ладно. Тут вот тоже какое-то задание, вот некоторые задания, они не высвечиваются. Ну давайте, крутся вот так, крутся. О, Пивз! Ох, и Пивз, блин! Что-то не понял. Слушайте, ну мы вроде бы это, да, должны были рядом приземлиться там по карте. -то. Куда у нас? В... Ревелио. А ты гад такой, ну ладно. Посёк, говоришь, да? Бдишь, говоришь, да? Ну ладно. Ждем. You're here. Brilliant. Мы здесь, да, отлично. Ясно. Ну что ж, поехали. Я получил ПСО, что случилось с Эминисом. Я сказал ему, что мы не сможем вечно избегать темной магии. И чем больше мы будем знать о Салазаре Слизерине, тем на искусствах, тем лучше подготовимся. Увы, о местонахождении входа в скриптории известно только Мраксам. Надо бы с ним поговорить. Тебе попробовать можно, но особой надежды нет. Он упрям до невозможности. Ничего нового. Я знаю, где он. Я тебя проведу, а дальше уже дело за тобой. He's this way. Так, главное, чтобы нас не послали. Keep an eye out. Будь начеку. Never know who's watching. Кто может тебя увидеть, хотя раньше нас... Strictly speaking, it has. Холосок раз останавливало. Нас поймали. Проклятый полтергейст. От него одни проблемы. Пивз. Ох и Пивз. Ох и Пивз. Ох и Пивз. There he is. Good luck. Поговори с ним. А я уж не помню, как я с ним разговаривал. What are you doing here? Hello, Ominous. Do you have a есть минутка? What is it? В чем дело? Что вы с Себастьяном задумали? Я хочу извиниться перед тобой. Мне солгала тебе насчет крипты. Себастьян показал ее мне. Он хотел, чтобы у меня было безопасное место для тренировки и заклинаний. Мне ведь надо нагонять однокурсников. В принципе, идея неплохая. Просто в последнее время Себастьян постоянно надоедал мне с одним вопросом. И я на него зал. Только не говори, что он опять об этом, как его... Он тебе... Да, мы говорили об основателе Хогвартса, и он напоминал об этом. Ты понимаешь, он считает, что в нем находится ключ к спасению Анны. А я думаю, что он тесно связан с темной магией. Постой-ка, ты что?
Разумеется, нет. Я знаю об этом только благодаря своей любимой тете Нокте. Мы с ней одинаково относились к темной магии, а с другими членами. Честно говоря, она надеялась убедить их, что идеи Салазара Слизерина были куда шире. Она узнала об этом скрипторе и решила, что сможет узнать побольше о Слизерине. Даже нашла тайный вход в этом самом коридоре. Она постоянно писала отцу, как пытается сюда проникнуть, а потом просто исчезла. С тех пор никто не пытался попасть в скрипторий. Я понимаю твое объяснение. Мне жаль твоей тете. Но разве ты не хочешь знать, что с ней произошло? Тетя Ноктуа пошла этим путем с добрыми намерениями и погибла. Не хочу, чтобы такое повторилось. Но с чего ты взял, что мы повторим ее судьбы? Кроме того, ты говорил, что вы с тетей похоже мыслили. Ты бы знал Слизерина, Себастьян Банни. Твоя тетя отправилась бы туда одна, а мы пойдем вместе. Вижу, к чему ты клонишь. Должен признаться, тебе удалось меня убедить. Я не думал, что это возможно. Хорошо, я открою тебе, что знаю. Сбегай за Себастьяном, я подожду. Надеюсь, мы не пожалеем об этом. Себастьян, over here. Себастьян, сюда. These braziers grant access to the scriptorium. Now you'll share? О, я уже здесь. When I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has something to do with threes. Понятно. Well, three heads are better than one. It's two heads are better than one. Confringo! By that logic, three is better than two. Simple mathematics, obviously. Something's happening. I hope we're ready for this. Надеюсь, что мы к этому готовы. Так. Пойдем, друзья мои, пойдем. Dark, ominous corridors. My favorite. No comment. Come on, that was a good one. Revelio. Remember, three braziers are involved. Someone was actually listening. Я должна открыть им глаза. Наш род не обязан заниматься темными искусствами. Уверена, с Салазаром Слизерином не все так однозначно. Как только я попаду в скрипторий, мне удастся доказать это. Я написала брату. Теперь он знает, как найти вход. Но добраться до скриптория нелегко. К нему ведет настоящий лабиринт со множеством испытаний. Надеюсь, брат последует за мной. Мы сможем вместе прикоснуться к наследию предков. Нокто Макс. Gaunt. Gaunt? Ominous. Repair. The family was here. The rubble formed a relief of a person facing a snake. That must be the voice I hear. Ух ты. The voice is ancient, sinister. Этот голос древний и зловещий. You hear a voice. Ты слышишь какой-то голос. Это началось, когда тебе удалось установить изображение. Раздался шепот, сказавший мне, говори. Я змеевуд. Могу общаться со змеями и слышать, что они говорят. Практически все известные змеи мусы, потомки Салазара Слизерина. Вот им не бы уметь. Говорить на змеином языке не так уж прозорово. Его часто связывают с темными волшебниками. Я не говорил на нем много лет, но похоже теперь отворится под эти звуки. Надеюсь, я посеял в тебе сомнения. Поверь мне, сомнений мне предостаточно, но все же я считаю, что нужно идти дальше. Какая ирония, покидая дом, я дал клятву оставить темное искусство, однако вот до чего дошел. Отойдите. I can't believe I'm doing this. It worked.
Ominous, you possess a rare ability indeed. Сработал у нас это правда всегда. С вами двумя чувствую. С нами двумя. Да, да, не важно. Ревелио. There's no clear way forward. Like a maze. Salazar said most likely wanted this to be difficult to solve. The door we came from closed. Дверь, к которой мы пришли, закрылась. Then look closely at each gate. Стоит их изучать. Ага, замок. Я понял. Сейчас мы тут все это. Тут куча всяких. Да елка. Конфринго. Ревелио. Лумос. Ага, ни хрена, блин. Нихрена себе. Он тут еще и разговаривает, бля. Салазар Слизерин немало потрудился, спрятав скрипторию в Хогвартсе. Боюсь заблудиться в этих темных коридорах поразительно, но эти стены, похоже, не рады даже его потомку. Хорошо, что есть жаровни, которые дают хоть немного света. Но нельзя падать духом, что с шагом я доберусь до цели. Нокта Амракс. This journal entry, it mentions о том, что она заблудилась, и о враждебном приеме. Poor Aunt Noctua. Так, давайте-ка, друзья, пойдемте-ка вот сюда. Так, здесь у нас что? Нолик с полумесяцем и внизу змея. Нолик с полумесяцем и внизу змея. Dial requires focus. Thought not to set the L. It may take practice to solve. Я не понял. Salazar Slytherin didn't make this easy. Lumos. То есть она на нас прыгнула, потому что этот, ну-ка. А, нет, это не тот бал. Вот, а теперь тот. Matching the symbols did open it. Символы совпали, и ворота открылись. Как раз собирался сам это сделать, но тебе удалось меня определить. Отлично. Так. Ну тут. Lumos. Ревелио. Конфринго.
Я провалил испытание, меня хлестнуло по лицу, будто настоящая змея бросилась на меня. Но назад дороги нет, нужно продолжать путь. Нельзя и дальше жить по старым традициям. В скриптории наверняка есть что-то, что может помочь мне доказать, наше наследие было понято неверно. Ominous. Your aunt wanted to change your family's traditions. Твоя тетя хотела изменить его на ваши... Хотела. Именно за это я любил ее больше всех. Так, здесь вот есть фигня. Но она от каких-то ворот, так, да? Lumos. Понятно, нам надо точно определить. Так, тут вот тоже ворота есть, да? Тут вот скрепка. А это за фигня такая? В общем, тут фигня с рогами. Бык какой-то. И вот квадрат со скрепкой. Ревелио. Lumos. Ага. В общем, тут с рогами и фигня со скрепкой. Открылся. Звучит многообещающе. Впечатляет. Ты молодец. Lumos. Да. Невероятно, мои усилия скоро будут вознаграждены, я найду скрипторий, и мне откроются тайны нашего предка. Салазар Слизерин оставил своим потомкам путь к славе. Нокта Мракс. Ноктюа references painful and arduous challenges, but also rewards. Painful. That's the part I'm wary of. All I heard was rewards. Keep going. Ревелио. Mm-hmm. Lumos. We've got more to solve ahead. Search each corridor. It may not be obvious which leads where. Mm-hmm. Рыбка и треугольник. Рыбка и треугольник, да? Ревелио. Так, рыбка и треугольник. Lumos. Рыбка и треугольник. Ясно. Рыбка и треугольник. Ревелио. Another
Not the welcoming sword, was he? Excellent work. We're another step closer to Scriptorium. Отлично, мы еще на шаг ближе к Скрипторию. Так, проверим, тут мы все письма собрали. Кто-то там понятно. Сейчас мы пробежимся. I spotted something ahead. Looks troubling. This whole place is troubling, but for my aunt's sake, we cannot stop now. Так, инвентарь, да? 4, все отлично. Ну что ж, пошли, друзья мои. Lumos. Ох. The gate. Ворота, кажется, мы заперты здесь в очередной раз. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. Revelio. Записка. Это конец. Я в ловушке. Я слышала чей-то крик и видела лица, перекошенные от боли. Чтобы идти дальше, нужно применить непростительное заклятие. Но даже будь у меня желание его наложить, мне просто не на кого. Салазар Слизерин придумал невероятное жестокое испытание. В последнем письме своему брату я сглупила, позвав его сюда. Если он отправится на мои поиски в одиночку, его ждет гибель. И все из-за меня. Несмотря на наши разногласия, я не желаю ему зла. Жаль, что мы расстались на такой недоброй ноте. Нокта Мракс. Ominous. A skeleton. And Noctua's last journal. Скелет. И последняя записка из дневника Ноктоут. Она пишет, что оказалась в ловушке, не могла выйти из какого-то заклинания. Здесь она и умерла. Мы все здесь умрем. И зачем я только вас послушал? Оменис, мне очень жаль твою тетю, но я знаю, что делать. Будет непросто. Ревелио. Ну что ж, поговорим с Себастьяном. Ты сказал, что знаешь, что делать. На двери изображены лица, искаженные от боли. А на камне высечено слово «Круция». Думаю, что дверь откроется, если на кого-то наслать заклятие. Из нас всех умница божественного опыта с Круция. Это должен сделать он. Похоже, вы хорошо ладите с Оминисом. Поговори с ним. Кажется, он немного зол на тебя, я поговорю с ним. Надеюсь, твоя магия сработает. Не стоило вообще доводить до этого. И мыслях не было, что мы можем оказаться. Что не скажешь, что Слизерин, если Зерине, он виновен в немыслимых вещах.
Я слышал, о чем вы говорили, Себастьян. Я отказываюсь в этом заклятии. Круциатус причиняет нестерпимую боль. Немного рассказал мне о том, что случилось с тобой в детстве. Похоже, у тебя не было выбора. Стало догадаться, что он тебе расскажет. У человека всегда есть выбор. На мне лежит такая же вина, как и на худших членах. Непростительные заклятия действуют только когда вкладываешь в них всю свою волю. Мне нужно было хотеть причинить боль, и я никогда не прошу себе этого. Из-за этого заклятия у меня больше нет семьи. Вам, Себастьян, нужно придумать что-то другое. Будешь же один раз наложив, будешь жалеть об этом на всю жизнь. И что теперь делать? Омнис отказал, что снова примет Круциатус. Глупость. Будто погибнуть здесь лучше, чем наслать это чертово заклинание. Надо решить. Я могу научить тебя Круцио, или использовать его... Постой-ка. Ты не говорил, что умеешь. Потому что я и сам в этом не уверен. Омнис об этом знает. Он не оставил нам выбора. Я не хочу, чтобы нас постигло участь ногтя. Думаю, что я смогу. Я хочу научиться этому заклятию, но не стану применять его к тебе. Давай ты его ловишь на меня. Ну, конечно, мы хотим. Мы добрые, да? Нет. Ну, сейчас мы получим под раздачу. Ready? Готово? Давай. Что же сделать? Все ради науки. Все ради науки. Все ради науки. Все ради знаний. Узнайте, что находится за дверью. Боль была просто невыносимая. Но ничего, переживу. Пошли дальше. У нас получилось. Мы нашли скрипторий Салазара Слизерина. Прямо не верить. Гля, как сердце бьется. Ни хрена себе, он нам ХПшечку снял. Слушай, вот это она нам сняла ХПшку. Скриптория Салазара Слизерина. Секретная, хорошо защищенная комната под Хогвартсом, где Салазар Слизерин, похоже, проводил много времени, строил долгосрочные планы в отношении студенческого состава и размышляя о разногласиях, которые у него были с друзьями-основателями. Себастьян, Ominous, there's a book just here. О, здесь книга. Тебе удалось что-то найти? Идите дальше, поглядите штаммы, а я здесь задержусь. Можно посмотреть. Ну что ж, идем дальше. Ну ничего приличного не дают нам. А, ну это другой тут спуск. Подъем и спуск. Это один, а это другой. Ты понял. Ну что ж. Почитаем.
Боюсь, мы не придем к соглашению. Никто из них не желает слушать голос разума. Я уповал на то, что Годрик мыслит так же, как и я. Что он понимает, почему мы должны брать на обучение исключительно одаренных личностей. Он находился под влиянием нелепого убеждения, что маглорожденные столь же способны к магии, как и чистокровные волшебники. Он пришел в ярость, когда я выразил его свое неудовольствие на эту тему, прежде чем он успел ее озвучить. Это утомляет. Я больше не могу видеть, как по коридорам разгуливают юные бездари, выдающие себя за ведьм-волшебников. С тяжелым сердцем я покидаю это место. Я погружу существо в глубокий сон, и оно будет ждать, пока его не пробудит тот, кто разделяет мои взгляды. Потомок, желающий исправить то, что они так необдуманно натворили. Избавитель, который изгонит тех, кто недостоин находиться в стенах Хогвартса и способен лишь запятнать мое наследие. What do you think? Looks like a spell book of some kind. Похоже на книгу заклинаний. Невероятно. Вещь, принадлежавшая основателю Хогвартса. Какая честь. Поверить не могу, что Оминус никогда не рассказывал мне о своей... То же самое, что делают со всеми книгами. Собираюсь ее прочесть. Мои родители были преподавателями. Но это можно сделать и позже. А пока мы предлагаем хорошенько осмотреть эту комнату. It's breathtaking. Просто дух захватывает. I don't want to leave, but I owe you, both of you. Without both of you, we'd never have made it this far. Так, Бобьё. We were lucky. We could have died. We must swear never to do this again. Подземелье Слизерина переместится. Ну что, ребят, пошли! Я вижу выход. Это лучшее, что я тут слышал. Ominous. About your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear. Давайте выкнемся, что больше никогда не станем связываться с темной магией. Understood. Понимаю, мне очень жаль, погибло, Ominous. I suppose after all this, I am grateful to know what happened to her. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. А, я понял. А в каком мы месте -то находимся? Где-то вот тут. Ну, вот, или в большого зала, где-то вот там. Ревелия. Кстати, видишь, где-то тут еще. Почистили, да?